Хватай. Всем привет, с вами Денис на канале DiviGame, и мы продолжаем играть в Cyberpunk 2077. Взламываем систему, продолжаем. Итак, мы смотрим изнутри, я так понимаю, жилище того японца или корейца, кого там. Так, тут надо что-то прочитать. Ну, тут всякие интересные штуки, в принципе, рассказывают, да? Как бы углубляют нас в сюжет в Night City, что бывает, что есть. Так вот, о японских водах, да-да-да-да-да. Прикольно, прикольно, молодцы. Молодцы, и я этому очень рад, в принципе, что более углубляют нас в игру. Тут, в принципе, куча записок, которые я не буду читать, слишком-слишком углубляться. И так много всего интересного. Игра длиннючая, и я думаю, что стоит просто бежать по сюжету. Вот, идем за Эвелин. Пойдем, Эвелин, я за тобой иду. 18+, кстати, игра, вон написано. Ага, ну я посмотрю. Ой, Эвелин, я за тобой иду. Хочешь что-нибудь еще? Я... Ну, Эвелин, ты что? Довольно... Расслабься, фирма платит. Так, так, так. Это новая какая-то комнатуха тут. А, тут гримерка это. Это гримерка. Так, она хозяйка. Стой, этого заведения. Это ты записала материал? Ага. Через видеоимплант. А что такое? Так, значит, ты знаешь Иринобу лично? Если на записи квартира Юринобу, значит, ты там была. Вы с ним знакомы? Как иначе я бы туда попала, по-твоему? Вот именно. Знакомы. И очень хорошо. Мы бизнес-партнеры. Сотрудничаем на взаимовыгодных условиях. Покажи мне брейн-данс. Сейчас Джуди все покажет. Она сама из Шельм. Мы с ней знакомы не первый год. Ага. Ви, один важный момент. Да. Джуди мне помогала не раз и не два. Я ей доверяю. Что? Но она одна из Шельм. Не знаю, то, что я с ней работаю, точно не делает ее твоей напарницей. Ладно, ладно, ладно. Поэтому ладно. Я очень ага. надеюсь, что ты будешь ага. хорошим мальчиком, который ну, хорошо, держит язык за зубами. Да. Хорошо, пошли. Я не идиот. Я понимаю, с кем и как надо себя вести. Так, здесь меня могут еще качнуть, кстати. Давай, сейчас ты меня прокачаешь. Так. О, привет. Это Ви, он за материалом. Ви, это Джуди, лучший монтажер брейн-данса, которого я знаю. О, не начинай, меня сейчас стошнит. Так, привет, Джуди, ничего себе, сколько техники. Ой, давай, привет, Джуди. Твоя запись готова, Эва. Что скажешь, как она тебе? Ну, еще сыровато, конечно, но сойдет. Самое главное, чтобы Ви мог туда попасть. Ну да. Откалибруем под него. А пойдет, куда он денется? Так, ну, нам с Чпок Стрита еще и не такое присылали. С этим как-нибудь уж справлюсь. Ну, давай. Ну, тогда чего? Вот именно. Запускаем Ви. Пусть там осмотрится как следует. Давай. Ты готов? Уже бывал в сыром Брейне? Думаю, я справлюсь. Как-нибудь справлюсь. Давай начинать. Не вопрос. Ну, садись, располагайся и приступим. Сюда? Да, да, сюда сесть. Опять начинается опыт. Мне бы еще прокачаться. Я там кучу всяких умений понасобирал. Так, меня типа телепортнут сейчас, да? Сначала создам твой сенсорный профиль. Давай. Что? Какой еще профиль? Модель твоих эмоциональных откликов и ощущений. Надо подогнать ее, чтобы ты там не офигел. Иначе после подключения тебя в лучшем случае будет тошнить, как в низкопробных записях. А в худшем? А в худшем твои синапсы поджарятся, как на гриле. Но мы до этого доводить не будем. Угу. Ладно, окей. Создавай. Поехали. Поехали. Надеюсь, больно не будет. Поехали. Нет, не в этот раз. Так, сиди смирно и смотри на меня.
Сейчас я подключу тебя к сканеру. Будет слегка покалывать. Угу. Окей. Теперь откалибруем оптику и остальные сенсоры. Смотри на эти два экрана. Как будто ты окулист. Эту калибровку надо будет каждый раз делать? Не обязательно. Но оно того стоит. Погоди 2 минуты. Сейчас увидишь, что дает анализ брейн-танца. Давай. Еще секунду. Надо заблокировать болевые рецепторы. Ну все. Готово. Теперь потестим профиль. Я дам тебе что-нибудь на пробу. Ну, чтобы освоиться с редактором. Так-так. Что бы тебе тут... А нельзя его закинуть в мою запись? Быстрее будет. Лучше не рисковать. Это займет минуту. Я уже нашла кое-что подходящее. Так, что ты выбрал? Что ты выбрала? Налет на магазин в Хейвуде. Новички снимали. Не помню, где я это откопала, но для нас в самый раз. Начнем? Да, давай. Поехали. Ага. Я дам тебе сначала усеченную версию, чтобы ты там освоился, а потом пущу в режим изменений. Окей. Погружение через 3, 2, 1. Короче, меня типа какую-то прострацию, да, погружают, и я там нахожусь, и типа виртуальной реальности только план из простой. Ощущений. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь, и мы продаем брейн этим психам из студии. Ага, понял. И не забудь, все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Так, окей, давай. Я вперед. Не шевелюсь, это все. Это видеозапись, походу. Оружие мне дают, хорошо. Всем лежать! На землю! Целуем пол, живо! Деньги! Быстро! Еще секунды, и я тебя положу! Тише, тише, я... Давай! Сейчас голову тебе нахуй отстрелю! Хватай. Это этого чувака убили? Дыши глубже. У тебя подскочили кортизол и адреналин, но софт включил гормональную блокаду. Ничего страшного, ты живее всех живых. Это было слишком. Могла бы предупредить. Меня как будто шибануло чем-то. Последняя секунда была просто жесть. Это невозможно забыть. Могла бы предупредить, что умирать так больно. Боль от настоящей смерти намного сильнее. Я бы так не сказал. Скоро отойдешь. Я все подготовила. Переходим в режим изменений. Переходим. Что теперь? Погнали. Так, теперь я так понимаю, видео будет у этого Куросаки. Отключаю тебя от сенсорики автора записи. А, вот так. Ты сможешь свободно осматриваться. Не стесняйся. В режиме анализа у тебя полный контроль над камерой. Передвигай, приближай, удаляй. Что хочешь. Теперь это твоя песочница. В режиме анализа ты можешь менять скорость записи и даже ставить ее на паузу, когда надо. Угу. То есть запись можно продолжить с консоли. Попробуй. Как? План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь, и мы продаем брейн этим психам из студии. Ага, понял. Скажи круто. Это еще не все. Ты можешь в любой момент ускорить или перемотать запись. А как? Давай. Так. Попробуй вернуться к самому началу. Ну, Е, соответственно, мотать, да? Ага, круто. Теперь промотай вперед. Ну, Е, да, логично. Это. Окей. Если что, запись можно перезапустить. Ну, в смысле, посмотреть с самого начала. Попробуй. Р. Теперь самое интересное. Собственно, то, зачем ты пришел. В режиме анализа можно рассматривать и сканировать детали окружения, которые видел автор записи. Например? Сосредоточься на пушке, которую этот хер берет у друга в самом начале.
Просканируй ее. Я понял, так как. План простой. Никаких выкрутасов. Захочешь выливать бабло? Отвалишь. И мы продаем брейсинг. Ага, понял. И не забудь. Все по полной программе. Они нам еще доплатят, мы только отдали. Остановимся тут. Так, выделение жирной части дорожки содержит подсказки, доступные для сканирования. Подсказки будут подсвечены на протяжении всего фрагмента, если в редакторе выбора нужен слой. Так, подсказки могут наложить друг на друга, та часть дорожки, где ее произойдет, будет подсвечена особо ярко. После сканирования подсказки пропадут с дорожки. Так, я понял. Очень хорошо. Поехали дальше. Пистолет, ну поехали. Сейчас внимание. В режиме анализа доступны звуки и разговоры, которые улавливал тот, кто записывал. Прибор регистрирует все, каждую мелочь, даже те образы и шумы, о которых оператор понятия не имел. Источники сенсорных сигналов проявляются, когда ты переключаешься на слой звука в редакторе. Давай, открой его. Открыл. Вот, хорошо. У тебя сейчас несколько источников звука. Выбери один и сосредоточься на нем. А как его выбирать? Вот источник, вот, да. Так, вот источник, ну. Так, это режим воспроизведения. Подожди, вот источник. Ага, вот. Сканирование. Окей, давай, да ёб твою мать! Глянь в кладовке, я на кассе постою! На хую своем постой! Как ощущения? Просто охренеть, правда? Прямо как будто рядом стоишь. Это детективная хрень какая-то, вот. Да? Вот. Этим и хороши записывающие импланты. Они захватывают все фоновые элементы. А редактор их ловит и выделяет. Так, а вот тут поиграй что? Поиграй немного со звуком. Разберись. Когда надоест, пойдем дальше. Я тут хочу еще. Вот, сканирую. Скидка на два вкуса. Карри и мясо с креветками. Всем лежать! Ну все, все, что еще надо? Я не хочу тут ничего больше. Поехали, куда? Вот звук какой. Сканирую. Источник звука, данные. Иногда в сырых брейнах попадаются дополнительные слои с данными, которые отловили импланты оператора. Например? У Эвелин оптика Кироши. Она фиксирует инфракрасный спектр. То есть в ее записи будут и термические характеристики. Ха, неплохо. Предлагаю подождать, пока он уложит эту тёлку у прилавка. Давай, режим воспроизведения. Блин, как же много тут всего. Перемотать, зажать, перезапустить, воспроизведение. На землю! Целуем пол, живо! Деньги! Людей тоже можно сканировать. Вон, подойди к раненой девахе. Попробуй. Какая раненая? Где раненая деваха была здесь? И была раненая деваха, я чуть ничего не знаю. Кто, где раненая? Я пытаюсь сюда просканировать. Может, надо убрать звук вот здесь. Вот, а, вот, вот. Ее надо сканировать. Так. Так, переключиться. Вот, еще вот так теперь. Ага, вот, между слоями я переключаюсь. И чё, как я её сканирую? А, вот, я её сканирую. Покупатель. Отлично. Гражданский. Поехали дальше. Промотай до того момента, где вор получает пулю. Концовка, да? Мотаем. Быстро! Ещё секунды, и я тебя платье ложу! Тише! Давай! Секунду, давай! Понимаешь, он даже не видел, что в него стреляют. Я хочу а ты назад. Увидишь. Вот, смотри. По-моему, это самое клёвое. Видишь, что там мигает над входом? Камера наблюдения. Она засняла стрелка. Сейчас увидишь. Изображение выводится на экран за продавцом. Отмотай к тому моменту, когда он был в поле зрения, и просканируй его. Назад, мотаю. Пипец сложно. Так, сканирую. Экран. Загрузка. Так, вот его другой, ему да? Ему всадил пулю его же чумы. Что-то мне подсказывает, что он сразу так и планировал. На черном рынке за такой брейн-данс кучу бабла отваливают.
И что теперь? Настоящая смерть у брейндансовых фриков ценится больше всего. В общем, если тебе хватит, можешь выходить. Хватит, нафиг. Я куда, что, как закрыть? Так, X нафиг. Долго, я хочу, это ж мы сейчас будем этим же заниматься, я так понимаю, в доме вот этого японца. Поэтому долго и так. И так долго. Круто, да? Вообще. Жаль, конечно, мы упарываемся, но почти все, что проходит через нас, годится только, чтобы лысого погонять. Так, чего? Смотрим запись Эвы? Да. Не знаю. Может, перерыв? Я до сих пор чувствую, как... Короче, с меня хватит. Ви, времени нет. Возьми себя в руки. Ладно. Ладно. Сейчас подключу тебак и можем начинать. Воу-воу-воу, кого? Раннера из моей команды. Она спец по безопасности, будет говорить, на что обратить внимание. Это не проблема? Вообще-то, проблема. Нет, мы так не договаривались. Тебак профессионал. Куда не надо, не лезет. Можешь ей доверять. Ты типа разрешил? Джуди, пожалуйста. Я бы не стала тебя подставлять. Ты же знаешь. Окей. Звоните Бак и погружаемся. Звоните Бак. Привет, Вер, что такое? Бак, слушай, у меня тут материал из Кампеки Плаза. Брейн Данс. Кампеки? Ну, понятно. Кто там с тобой? Эвелин и Джуди. Все в порядке, они свои. Они мне помогают освоить материал. Ну, ладно. Говори, в чем дело. Короче, нужна помощь. Мне надо понять, на что обращать внимание на записи. Поняла, я тебя проведу. Подключаюсь к тебе. Дай мне доступ. Открываю порт 1779. Защищаю протокол. Есть. Захожу. Сейчас отправлю запрос. Пипец, у них тут реально получил? Все по Bluetooth. Да. Ты готова? Секунду. Окей, проверила соединение. Устанавливаю временный лед. Готово. Стартуем. Джуди, подключай. Короче, сейчас будет самое интересное. Опять запись, опять это тем. Мне, если честно, не особо это заходит. Ну, блин, что делать? Виртуальная реальная жизнь такая. Так, Ви, смотри внимательно. Нам надо узнать, где Юринобу держит чип. Так, это я смотрю, короче, запись абсолютно четко. А, это она. Судя по виду, ты просто мясо для ебли. Я угадал. Эвелин, ей было страшно. Но она быстро взяла себя в руки. Я сказал нет. Меня же за это убьют. Значит, погибнешь за правое дело. Простите, Располагайся пока. Я закончу чуть... Надо послушать их разговор. Там может быть что-то важное. Давай перейдем. Так, сначала мне надо выйти отсюда, да? Потом перейти на голосовой. Это вот, что вот это нажать. И погнали, сканирую. Я закончу через минуту. Программа пока на стадии испытаний. Ее нельзя выводить на рынок. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить, как опасно... Мой отец – замученный безыдейный дед, который не любит перемены и хочет жить вечно в своем маленьком застывшем мирке. Ну, что-то у меня все зависло. Это вообще все зависло. Ребята, все зависло. Ну нет. Он живет в мире, которого уже нет. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией. Чип должен храниться в определенных условиях. Этим нельзя пренебрегать. Хватит. Слышал? Где-то здесь документы на чип. Посмотри вокруг. Так, надо сканировать теперь вот эту часть.
Документы на чип. Что я могу просканировать? Так, я их могу просканировать. Посмотри вокруг. Какой круг, интересно? Это прям здесь. И я сомневаюсь, что здесь. Но у него нигде нету. Опять-таки, мне надо, может, досмотреть запись. Зона покрытия. Давай еще. Прости, пожалуйста. Так, это пауза, нажимаю. Такая штука. Ничего. Я даже еще не совсем потеряла терпение. Все в порядке? Ты какой-то напряженный. Ничего. Скоро пройдет. Ага. Я этим и займусь. Но при одном условии. Ты. Так, я пауза. Будешь ставить условия мне. Только одно. Все внимание. У нас остались конфеты. В прошлый раз с ними было хорошо. В тумбочке, в спальне. У меня есть идея. Я сейчас вернусь. Так, я за ней, по идее, должен идти. Так, смотрим. Очень хорошо. Иди уже ко мне. Погоди, найду что-нибудь подходящее. Так что мне сканировать надо? Вот это тебе понравится. Так, я могу сканировать тумбочку в спальне? Музыка заиграла. Тут не могу, тут ничего не могу сканировать. Тут тоже не могу сказать. Что-то вот видишь в этих местах мне надо искать, когда идет вот эта музыка, да? Как я скучал. Так, ну все, тут пауза, да, будет? А нет записи. Так, ладно, мотаю назад. Мотаю. Прям. Вот где-то здесь что-то. Вот. Пауза. Вперед. Нет, назад. Это он ложит. Это он берет. Вот, все. Вот, сканирует. А с другой стороны сканир. Да сканир. Ух ты, подожди, что это тут? Оружие. Оружие. Заряжен на предохранителе. Хорошо, что заметил. Не забудь об этой пушке во время налета. Так, вот это мне надо. Вот. Сканируй. Все. Чип надо хранить в контейнере с терморегуляцией. Угу. Он требует очень низкой температуры. То есть нельзя вынимать чип из холодильника? Да, иначе повредишь. Переключись в редакторе на тепловой слой. Так будет легче найти, где Юринобу держит биочип. Так, тепловой слой. Это левый shift, я уже понял. Вот он, тепловой слой. Чип, где он держит. Но мне кажется, надо назад мотать. Зона покрытия. Мне кажется, надо мотать назад. Здесь нету. В принципе, тепловой. В принципе, вот это тепло тоже идет. От нее идет тепло и от этого всего, да? Мотаем назад. Назад на тот. На ту. Тихо. Ага, тут может быть она еще. Вот что это такое, непонятно. Я так еще не понимаю, что здесь в комнате в этой находится. Вот что-то тут есть, а что не понимаю. И где? Ага, вот здесь еще. Не знаю, тебя могу отсканировать только и все. Так, ладно, давай еще мотну назад. Так, вот это что? Могу я в тумбочку в спальню? Не, я в тумбочку. Подожди, вот тут еще. Вот здесь еще, если повернуть сюда, вот этот запись можно послушать, да? Источник записи, да. Давай. Че, почему? Давай. Слышу гудение. Вентиляторы, кондиционер или серверы? Надо же как-то управлять всей этой умной херней. Вот именно. Так, это неинтересно, да, тебе? То тут что? Так, планшет. Вот где-то он его положил. А, ну это он взял как раз этот планшет с собой. Так, тепловые серверы. Давай с самого начала. На начало. Где тут перезапустить?
Так, заходим и тепловые, вон они были. Вон они, вон они, вон они. Так, я мотаю. А, я R нажал, не то нажал. Так, вот здесь. Значит, погибни за правое дело. Прости, полагайся, я закончу тут. Вот тут здесь, вот здесь я выхожу и ищу тепловая фигня. Вот у него в руке что-то, телефон. Не могу его сканернуть. Так вот. Данный телефон, ну понятно. Блин. Так, вот тепловые тут, видишь? Нельзя выводить на рынок. Этому. Вот как будто бы здесь что-то есть прям такое. О, вот это что? Зона, гребаная зона покрытия. Так, она сюда сейчас подойдет. Она же в эту сторону подойдет, по-моему, нет? Пожалуйста, не пишите, обсудите это с вашим отцом. Он уверен этому проекту. Вот, подожди, здесь посмотрим. Пожалуйста, мне не полагается даже слушать такие выражения. Так послушай еще. Так, я не вижу, я не понимаю, где может быть. Я вообще не понимаю. Он живет в мире, которого уже нет. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Пожалуйста, так, ознакомьтесь с документацией. Я смотрю, что тут чип должен происходит. Храниться в определенных условиях. Этим нельзя Ясно. Пренебрегать. Хватит. Так, телефон он бросил. Прости, пожалуйста. Работа такая штука. Не, это понятно. Ничего. Я даже еще не совсем потеряла тебя. Да, сейчас найдем. Все в порядке? Ты какой-то... Так, сканирую. Шампанское с ведром. Ого, Донахис. Мистер Арасака что-то празднует. Думаешь, он туда положил чип? Непонятно. Слишком низкая температура. Те же параметры, что и в колебании. Так, сейчас она подойдет. Значит, Юринобу точно держит кейс тут. Да, похоже. Мы молодцы. Обычный холодильник. Все, можно сворачиваться. Короче, кейс в углу. Тут мы ничего не найдем. Угу. Все, уходим. Так, просканируем систему безопасности апартаментов. Ага, система безопасности, как мы ее сканируем? Мы ее сканируем на вот этом, да? Так, система безопасности. Это вот надо... Так, что тут у нас? Что? Так. Так, система гребаная безопасность. Ага, вот, вижу, вот. Камера с датчиками движения. Ничего себе тут камеры. Датчики движения, теплодетекторы. Система свой-чужой. Ты же справишься с этим? Без проблем вообще. Если будет доступ к их подсети. Так, а что за доступ к подсети тебе найти надо? Какой доступ, к какой подсети? Так, я могу как-то еще переключать? Нет, нифига не могу. Так, камера здесь в безопасности. Еще, я думаю, что в начале, когда в самом-самом начале мы были, я думаю, что там я что-то упустил. Когда этот хер со мной разговаривал. Где тут я? Вот. Что тут сканируем сигнализацию? У сигнализации новая прошивка. Но птички на бордах начирикали, что она дырявая, как решето. Я сгенерю ключи с поддельными сигнатурами. Так, а вот это что данные? Я его не могу просканировать. Так, все, просканирую. Все или еще? Просканируй систему безопасности. Вроде как... А, вот еще впереди еще. Я еще два не просканировал, две фигни. Вперед. Да, блин, как же долго это мотается все. Так, они тут бухают. Я могу ездить даже когда мотаю. Вот здесь, что-то вот здесь я еще упустил именно из видео. Вот здесь. Вот телефон, по-моему, он ложит, что ли, его. Я должен тут что-то поймать. Ну это тут планшет, еще что-то. Что-то тут еще есть такое, чего я не вижу, что ли. Так, у тебя, ну это планшет, я его и ловил до этого. До этого телефон он носил в руках.
Короче, ладно, фиг с ним, не знаю, что тут надо. Подожди, как-то X, по-моему, да, полностью выйти. Все, все, хватит, хорош, хорош. Итак, мы тут сканируем, не просканируем всего очень много, очень прикольно и, блин, сурово и жестко. Нашел, что хотел? Ага. Да, все нормально. Спасибо, Джуди. Мы закончили. Пока, Тибак. Хорошая работа. До скорого. Стираю все ваши данные. Если что, вас тут не было. Спасибо, спасибо. А можно мне прокачать еще? Пока ты тут. Прокачай, пожалуйста. Оставь себе. Эвелин заплатит. Это переносное устройство для обработки брейн-дансов. Я загрузила в него твои параметры. Не так хорош, как мое оборудование, но сойдет. Оставлять его слишком большой риск? Умно. Кстати, про риск. Вот смотрю я на вас, и знаете, что вижу? Я вижу ходячие, говорящие трупы. Да, нам была нужна эта запись, Джуди. Нам нужен был этот брейн-данс, Джуди. Он практически сделал все за нас. Чувствую, этот брейн-данс нас угробит. Я серьезно. Если Арасака узнает про эту запись, вам конец. Мне конец. Всем конец. Джуди, перестань. Никто ничего не узнает. Все под контролем. Эвелин, не ищи легких путей. Город не любит тех, кто так делает. Будь осторожна. Конечно. Давай поговорим через минуту. Давайте вы меня, блин, прокачаете. Все, поговорить с Эвелин. Эвелин, пошли, чё? Ну? Все, пойдем. А могу я с ней поговорить? И спасибо за помощь. Спасибо, Джуди. Серьезно. Не волнуйся. Я знаю, что делаю. Всё? Блин, я хотел сесть на кресло и прокачаться. Я там понабирал всякой фигни. Ну, видимо, по сюжету рановато это. Так, что тут, давай. Так, что тебя связывает с Эрина Бау? Не ошиблась. Насчет, прости, повесят на тебя. Не боишься, что налет повесит на тебя? Ты уверена, что все под контролем? Инфа про Юринобу, про чип, брейн-данс из Кампеки. Все складывается, план безупречный. Таких заказов один на миллион. Ага, спасибо. Теперь вопрос, пожалуйста. Я не верю в стечение обстоятельств. Где подвох? Боишься? Ищешь, как выйти из игры? Хочу понять, что ты не блефуешь. Не хочу вляпаться в говно, из которого не вылезу. Ви, с чего мне тебя обманывать? Мы с тобой в одной лодке. Правда? Поверь, все под контролем. Ага. Так. Неужели ты не боишься? Арасака ведь придет ко всем, у кого были дела с Юринобу. Много ходить придется. В том числе к тем, кто известен побольше моего. Как думаешь, на кого падет подозрение? На корпоратов и наемников? Или на девочку в его койке? Ну, тоже верно. Кажется, я понял, откуда ты столько знаешь про Юринобу. Ну да. Мужчины в постели много болтают. То есть вас объединяет секс? Бизнес. Только бизнес. Так, Юринобу ничего не подозревает. Ты уверена, что Юринобу не ожидает от тебя подлянки? Юринобу ни о чем понятия не имеет. Он думает только о том, чтобы договориться с дозором. Хотя, если даже каким-то чудом он начнет что-то подозревать, то не успеет вовремя среагировать. Ты же об этом позаботишься, правда? Да, и что теперь? И что теперь? Ви, поработай на меня. Я имею в виду только на меня. Без посредников, с которыми надо делиться прибылью. Без Декса. Так, никогда Декс мне доверяет. Ты хочешь кинуть нашего фиксера? Хочешь кинуть нашего фиксера? Как знал, тут что-то не так. Декс просто посредник, при этом совершенно бесполезный. Эвелин, не стоит кидать фиксеров. Это единственное правило Найт-Сити, которое наемники соблюдают. Мы сделаем по уму. Неважно. Такое обычно стоит репутации. А без репутации ты никто. Ты точно этого хочешь? Задай этот вопрос себе, а не мне. Чего тебе хочется больше? До конца жизни возиться с мусорщиками?
или за одну ночь стать легендой. Выбор за тобой. Я подумаю. Я подумаю, никогда Декс не доверяет. Я подумаю. У этого выбора высокая цена. Слишком высокая. Да не, не вариант. Я знаю. Поэтому все должно остаться между нами. Предлагаю тебе 50%. Достаточно, чтобы сделать, что хочешь. Только не в этом городе. Декс объявит на меня охоту, когда узнает. Декс не единственный фиксер в Найт-Сити. А такое предложение бывает только раз. Я думаю. Угу. Когда решишь, звони. Сейчас отправлю свой номер. Окей. Удачи. Спасибо. Можешь идти. Мне еще надо сказать пару слов Джуди. Так, способности я увеличил. Безопасная зона. Я иду куда-то. Да, я иду, я не знаю. Как дела на фронтах, мистер Ви? Нормально. Ага. Ну я посмотрю. Сидим, значит, вчера в баре. Сама не 4 знаю. Утра. Ладно. Она мне рассказывает про банк, бла-бла-бла. Так, и чё? А. Эта запись Эвелин из Компейки стоила потраченного времени. А я думал, они разговаривают. Неплохо. Все нормально. Тибак мне уже звонила. Она разбирает материал. Я уже сказал. У меня все готово. Что дальше по плану? У тебя по плану выполнить мой заказ. То есть забрать биучип. Давай поговорим в посмертии. Подъезжай. Отлично. Скоро буду. До свидания. До свидания. Так, ну мне отсюда выходить, сюда же, правильно? Да, четко. Я четко нашел. Так, сколько км здесь бежать? 550? Не, вызываю тачку. Тачку вызываю, подтвердить. Так. Здесь все остается. По смерти мы едем, да? Где моя машина? Так, а на карту могу я М-ку, да, нажимаю М-ку? Да, тут недалеко пару улиц, в принципе, проехать. Так, воспроизведение задания. События, которые вряд ли войдут в историю. Помощь знакомым по простые задачи и случайные встречи. Ух ты, можно как делать. Объемненько. Так, ладно. Где моя машинка? Где она есть? Где машина? Погоди, я же вызвал. Да, подтверди. И. А, вот это она? Это она, да? Ну ладно. Я что-то думал, как-то она прям ко мне подъедет, ну, в принципе. А здесь же по правилам все, чувака чуть не задавил опять. Куда ты идешь, чувачище? Вы тут смотрите, тут я еду, Ви едет, когда надо бежать. Бежать во все стороны, просто вообще в другую. Другое во все. Так. Аккуратненько. Тихо. Тормоз! Да тут почему ж он такой медленный? Блин, можно тут машину прокачивать, интересно? Мне прям очень любопытно. Так. Ну я правильно заехал, правильно? Ага, а тут что надо сделать? Что тут надо делать? Да, и сюда, правильно? Не совсем понял, в чем прикол. Офигеть, я развалил, блин, тут вообще надо очень осторожно, я уже понял, здесь надо просто трэш как осторожно. Так, здесь что, 80 метров, ну тут пешочком, потому что, я так понял, здесь надо осторожно. Так, прыжок, туда. Так, я сейчас со своим чуваком буду разговаривать, и получается, по идее... Вот он, мой дружбанчик как раз с кем-то общается. Ладно, ребята, это уже в следующей серии. Понравилось видео, ставь лайк, подпишись, нажми колокольчик, чтобы не пропустить следующий стрим, обзор, прохождение летсплея. Подписывайся на все социальные сети, все ссылочки в описании. Все у тебя самого наилучшего. До встречи. Пока.